когда-то давным-давно, непонятно где. Здорово, братуха, как дела? Привет, но что ты тут делаешь? Тебя же сбило поездом. Да ладно, пару ребер сломал. А чем занимаешься тут? Книжки, что ли, какие читаешь? Когда ты уже помнеешь, да, бы книжку, что ли, какую почитал. О, балалайка! Не трогай гитару! Приор, где-то патисон, не едет вас... Блин, ну ты что делаешь? Теперь синяк будет, блин! А ты не кричи на сестру! Блин, ну это же не песня, это... Приор, одета патисон, в ней едет важная персона. Слушай, тебе самой это не надоело, а? Конечно, надоело, но что же ещё делать? Блин, ну не знаю, сядь что ли в комп поиграй. А, так это у тебя комп. А нас в деревне такие штуки самоварами называют. Нормальный у меня ПК, что ты пристала? Ага, и игры новые, да. Ай, игры тоже нормальные, наверное. Ладно, давай показывай, что тут у тебя есть. Ищи сама, только папку YouTube не трогай. Какую папку? Да ну я... Ну здравствуй, школа-блогер. Да ну я же не на YouTube. Чего ты скрючился-то? Вот ты даже не пробовал и не знаешь, насколько это тяжело. А я попробую. Сочувствую. Так, все. Теперь самое время назвать мой новенький канал. Есть предложение? Ну, не знаю, назови. Супер Про 360 MLG Pure Dota 8 Gamer хороший. Ладно. Назову. Супер Про 360 MLG Pure Dota 8. Ладно. Тебя же зовут Джульфия. Неважно. Так, что теперь? Ну, можешь начинать снимать ролики. Ах, как хорошо, что лето много свободного времени. Особенно в сентябре, в начале учебного года. Утро. Можно вставать и начинать снимать. Бери рюкзак и вали в школу, дура! Сейчас! А почему ты сам не был в школе? Да нафига мне это надо, если ты мой двойник? Ага, еще скажи, что я это ты. Ладно, я наконец-то дома. И могу начинать снимать. Угу. Только не забудь про домашку и дела по дому. Блин, когда ты вообще успеваешь хоть что-то снять? Не знаю. Эх, ладно, дождусь выходных, а там посмотрим. О, наконец-то я выложил свой первый ролик. О, комменты. Сейчас прочитаем. Отстой, позор Ютуба, дизлайк, отписка. Да вы офигели! Все, капец. Удаляю канал, завтра восстановлю, пока подумайте над своими словами. Все. Так, время восстановить канал. Привет, что делаешь? Да вот страницу в Ютубе восстанавливаю. А в Ютубе нельзя восстанавливать. Так, я сделал новый ролик и залил его на новый канал. И снова комментарии. Читать? Нет, блин, в Инстаграм сфоткать. Давай читай. Вот, хороший комментарий. Классные ролики. Давай читай дальше. Классные ролики у твоего брата, а ты снимаешь какой-то шлак и фигню. Да блин, вы хоть сами знаете, как это сложно, сколько сил и времени на это уходит. Кажется, у нас тут недоблогер. Школота. Ладно, ты прав. Это действительно сложно. Только не думай, что я буду просить у тебя прощения. Хорошо, извини. Я поняла, что прежде чем судить человека, нужно сначала побывать в его шкуре. И у меня приятные новости. Звонила бабушка и сказала, что ты сваливаешь отсюда на... Эх, ладно, тогда прощай. Но не забывай, что я еще вернусь. Давай, Лита, уже! Пока, школа-блогер! Она всегда любила поезда. Спасибо за просмотр, ребят. Если вам понравился этот ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А с вами был Айзек и Жульфия.